Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Ом намо Бхагавате Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 12, убийство демона Ахасуры. Сегодня тяжелая тема будет. Текст 39. Я постараюсь прочитать санскрит. Сакритят анга пратиманта ахита мано мая бхагаватин задаугатин са эва ничатма суканубхуджабхи юдастама янтаргато хи ким пуна сакрит единожды яд которого Анга Пратима, Анга Пратима, образ Верховного Господа, образ Верховного Господа. Есть много форм Господа, но Кришна – это изначальная форма. Есть много форм Господа, но Кришна – это изначальная форма Господа. Анта Ахита, Анта Ахита, поместивший в глубину своего сердца, поместивший в глубину своего сердца. Манахмая, Манахмая, думающий о нем. Думающий о нем, пусть даже против своей воли, пусть даже против своей воли, Бхагаватим, Бхагаватим, способный даровать преданное служение Господу, способный даровать преданное служение Господу, Дадау, Дадау, Кришна дал, Кришна дал, Гатим, Гатим, наилучшее предназначение, наилучшее предназначение, Сах, Сах, Он. Он. Верховная личность Бога. Верховная личность Бога. Эва. Эва. Поистине. Поистине. Нитья. Нитья. Всегда. Всегда. Атма. Атма. Живому существу. Живому существу. Сукха-анубхути. Сукха-анубхути. Дарующий трансцендентное блаженство. Дарующий трансцендентное блаженство. Любому, кто думает о нем. Любому, кто думает о нем. Абхивьюдастамая. Абхивьюдастамая. Полностью устраняющий иллюзию. Полностью устраняющий иллюзию. Антагата. Антагата. Всегда присутствующий в глубине сердца. Всегда присутствующий в глубине сердца. Хи. Хи. Поистине. Поистине. Кимпуна. Кимпуна. Что еще можно сказать? Что еще можно сказать? Перевод стиха. Всего один раз, даже против собственной воли, поместив в свой ум образ Верховной Личности Бога, можно по милости Кришны обрести высочайшее спасение, подобно Акасуре. А что же говорить о тех, в чьи сердца Верховная Личность Бога входит, когда воплощается в этом мире, или о тех, кто всегда думает о лотосных стопах Господа, дарующего трансцендентное блаженство всем живым существам и рассеивающего любые иллюзии. Здесь говорится, что источник счастья любого только Кришна. Ну что же такое? Важно осознать. Любое проявление счастья. Материальное тоже счастье. Прабхупада говорил об этом. Говорил, что в этом мире тоже есть ананда, счастье. Ананда – это духовное обозначение счастья. Сукха-дукха – это больше относится к материальному восприятию. Есть какое-то удовольствие, счастье, несчастье, вот они чередуются. Ну, что-то поверхностное. Это подобно, как тепло на улице, нам хорошо, холодно не очень хорошо, сукха-дукха. Есть приятности, есть неприятности. Ну, так жизнь протекает всегда, сукха-дукха. Но ананда обозначает глубинное счастье. У него нет антонима. Если в первом случае есть антоним сукха, есть дукха, противоположности, то ананда относится к абсолютному понятию счастья. Но счастье в любом случае, встреча-то или разлука, жизнь-то или смерть,
И в данном случае Ахасура был убит, но он испытал Ананду. Независимо от чего, он достиг абсолютного счастья. И здесь это слово употреблял Прабхупада. Ананда есть в материальном мире, говорил. То есть представление о счастье есть, например, уже в сатва-гуне, когда преданный достигает сатва-гуны, нет трансцендентного уровня. Уже он может ощущать реальное счастье, настоящее счастье, глубокое. Он уже может чувствовать себя как атмарама, самодостаточный человек. Ну, это, собственно, цивилизованный человек, образованный, цивилизованный, чистый, нормальный человек. Он будет счастливым. Но в материальном мире Ананда временно. Так Прабхупада говорит, что тут есть, в принципе, можно тоже иметь представление о счастье, испытать какое-то счастье. Чувственное счастье, оно очень глубоко тоже может быть, как сентимент. Как Прабхупада говорит, что в гуне страсти уже появляется сентимент, религиозные чувства. Чувство некого глубокого счастья. Например, я приходил в различные христианские храмы, там путешествовали по Центральной России, особенно там много очень старых, красивых храмов изначальных, красивейшие иконостасы, и, собственно, у меня пробудилось некое чувство, сентимент. Ну, благодаря осознанию Кришны, благодаря духовной практике, стал чувствовать также другие традиции. По этой причине открылось мне многое другое, конечно. И я испытывал это чувство перед иконостасом, перед иконами, перед образом Иисуса распятого. И да, действительно, это глубокое чувство. Чувство какого-то смешанного блаженства с какой-то болью. Вот такой сентимент удивительной глубины. Когда мы думаем об Иисусе Христе, его жертве, Прабхупада даже плакал, увидев однажды распятие Иисуса в той комнате, где его поселили. На стене было большое распятие Иисуса. И слуга оставил Прабхупаду в этой комнате, через минуту зашел, и Прабхупада сидел напротив, это изображение, и плакал. Я вообще не мог понять, что случилось, почему Прабхупада расстроен. Он сказал, подумай только, они убили собственного гуру. Он плакал, сидел. И вот этот сентимент, духовный сентимент. Одновременно чувствуете глубокое блаженство, ананду, но всегда есть примесь какой-то боли, какого-то страдания в этом. Обычно это и понимается под религиозным чувством, как таковым. И мы были в прошлом году в Иерусалиме, впервые в жизни. Я, собственно, мечтал побыть в таких местах, в священных городах, в других разных традициях. Это известное место паломничества, есть другое место паломничества — Мекка. В самой Мекке я не бывал, но я был во второй Мекке. Есть место в Казахстане, город Туркестан, и он называется Вторая Мекка. По силе духовной. Там я бывал не раз также. Там есть гробница великого святого Ахмеда и Ясуви. И на самом деле излучает глубокое сияние, покой, счастье, и тоже смешано с каким-то вот этим чувством материального страдания. И вот когда мы были в Иерусалиме, наиболее яркое место, вообще я слышал о стене плача в Иерусалиме. И когда-то Гасай Махарадж приехал в Иерусалим, был в Израиле, и я спросил его, ну ты был в стене плача? Я тогда еще не был в Иерусалиме. Он говорит, да, я был там, в стене плача. Я говорю, это что, тот храм еще, в который Иисус ходил? Он говорит, да, это та стена с тех времен, там Иисус бывал, там все эти его лилы, его миссия там проходила, там Гефсиманский сад недалеко. И там также есть, конечно же, это Голгофа, место, где Иисус был распят. И я спросил, ты что-то чувствовал в этой стене и плачешь? Я говорю, очень хочу тоже побыть там, почувствовать этот сентимент, обрести этот опыт. И он мне сказал, да, говорит, я чувствовал. И вот теперь я приехал тоже, думаю, что же я почувствую. Я думал о стене плача, потому что другого не знал ничего про Иерусалим. Но у нас был очень удивительный гид,
местный русскоязычный человек, местной культуры, но русскоязычный, чисто говорит по-русски, удивительно эрудированный, он очень хорошо относится к преданным, потому что близкий друг преданных, служит им просто верой и правдой. И у него очень много знаний таких вот, помнит информацию, он очень эрудированный человек. Он рассказывал подробности об этом мусульме. И я думал о стене плача. Но сентимент я получил не там. Как это бывает в местах паломничества, совершенно неожиданно, с другой стороны. Мы пришли в храм гроба Господня. Я о нем меньше знал, почти ничего не знал. Понаслышке что-то. Но в том месте, где именно был распят Иисус Христос, там даже этот крест хранится, не знаю, тот это крест, неважно. Может быть, уже другой крест, может быть, тот же самый, я об этом не хочу даже думать. Но в том месте я испытал потрясающий сентимент, который перевернул мои все представления о духовных людях, о пророках. И Прабхупада говорит, что такие личности — это редкость, которые могут идти на жертву ради любых других людей с закрытыми глазами. Он говорил, Харидас Такур был таким же. Но он мог терпеть удары на Дациду в базарных площадях. Васудева Датта каким был, говорит. Иисус молился за всех людей здесь. Васудева Датта говорил, пусть спасутся все во Вселенной. И просил, молил Господа Чайтанью дать все грехи людей ему. Ну что плохого в этом? Если все освободятся, и только один человек пойдет в ад. И что хорошего, если один освободится, а все остальные пойдут в ад? Позволь, я возьму все эти грехи на себя. И я вспомнил все это там, в том месте. Не перед вами с вами, какое потрясающее чувство. Трудно поверить в это, что такие могут быть существа вообще. Тогда какой-то себе не понимает, что же там наверху творится, что же там за сознание, что там за существа, которые вообще о себе могут не думать. Ради других полностью могут отдать свою жизнь, все. В том месте, конечно, это было очень сильно. Но я испытывал что-то подобное во всех храмах, но там с большей силой. Итак, это Ананда, блаженство. Естественно, говорится, что когда человек думает о Кришне или о преданных Кришне, великих преданных Кришне, он может получить опыт этого неописуемого блаженства, смешанного с чувством сострадания, даже боли какой-то, но это блаженство настолько всеобъемлющее, что человек становится бесстрашным, может встать на тот же самый путь, на котором были все эти пророки. Обычно ведь страх мешает нам участвовать в миссии. Вот что еще. Мы боимся. Боимся людей, которые не поймут нас. Мы боимся также законов, конечно, которые могут быть против нас или как-то контролировать нас. Мы боимся холода и жары. Мы обычные люди, которые всего боятся. Им нужно укрытие, какое-то убежище, чтобы они себя чувствовали хорошо. Но так бродить по миру, как миссионер, ой, страшно. Опасно для жизни вообще. Но когда мы видим такие примеры, мы не становимся бесстрашными. Какая-то сила входит в сердце, этот сентимент, и устраняет препятствия, и мы готовы решительно что-то делать для Кришны. Как бы уподобляемся таким великим душам. По нашему поведению, то есть все преданные, они только и думают, как удовлетворить духовного учителя. Как удовлетворить Кришну, как быть полезным в миссии. Есть и страхи, есть препятствия, есть неспособность какая-то, или малоспособность, есть неуверенность, все, и столько препятствий внутри. Но постепенно мы, думая о великих душах, вспоминаем, что мы тоже душа. Нам нечего бояться, на самом деле. Мы тоже душа, как и они, как и Бог. Он духовен, и я тоже духовен. Так и говорится. И здесь говорится об Асуре. Мы еще не читали комментарии. В этом стихе объясняется, как снискать благосклонность Верховной Личности Бога.
Ядпада панкаджа панаша виласа бхактия. Просто думая о Кришне, можно очень легко достичь его. Говорится также, что лотосные стопы Господа всегда пребывают в сердцах его преданных. Бхагаван бхакта хридастита. Кто-то может сказать, что к Асуре это не относится, поскольку он не был преданным. Ответ на это возражение таков. Было мгновение, когда Асура подумала о Кришне с преданностью. Бхактягам экая грахья. Тот, кто не предан Кришне, не может думать о нем. И наоборот, тот, кто подумал о Кришне, несомненно, в какой-то степени предан ему. Здесь говорится о каком-то моменте, в котором Асура подумал о Кришне с преданностью. Несмотря на то, что он демон, он все же душа, и в какой-то момент он мог подумать о нем с преданностью, потому что Кришна для него был реально существующей личностью. Ну, в отличие от современного мира, когда у людей нет опыта исторического знания, кто такой Кришна. Никто не знает. Сейчас больше знают с проповедью, но поверьте, в мое время это было серьезной новостью. Слишком серьезной новостью. Почему Кришна? Кто такой Кришна? В общем, вообще первый раз слышим, почему вы поклоняетесь Кришне, неизвестно кому вообще. Нам известно о Боге много из других священных, из разных священных писаний, но об этом мы никогда не слышали, и мой отец не слышал, и мой дед не слышал никогда об этом. И все же я познакомился с одним преданным, который узнал о Кришне еще в юности. Это пожилой преданный, мне в отцы годится. Не знаю, жив ли он сейчас. Наверное, уже лет 80, если не больше. Он ученик Индрамина с вами, был военным летчиком. И воевал во Вьетнаме. В то время, когда Индрамин с вами воевал, тоже во Вьетнаме с другой стороны. Такая его история. Был военным летчиком, он управлял военными самолетами, огромными бомбардировщиками. И однажды он садился в Калькутте, он рассказывал об этом. Рассказал, он сел в Индии, впервые был, говорит, тогда еще, когда летал на военных самолетах. Он сел в Калькутте, и когда вышел из аэропорта в город, он получил сильнейший шок. Он увидел, что тысячи людей приближаются к нему с протянутой рукой, обтянутой кожей, скелетой. Калькутта голодала в то время, умирала от голода. Говорит, я получил такой шок. И они все с мольбой в глазах, которые держат ребенка, связку костей, кто что, и протягивают ко мне руки все. Я все из кармана достал, все, что мне было, говорит, раздал, но это было капля в море вообще. И от этого шока я побежал в какой-то магазин и сказал, дайте мне вашего Кришну. Я говорю, откуда вы знали про Кришну? Он говорит, говорили в школе, что индусы поклоняются Кришне, у них Бог Кришна. Я говорю, почему ты это запомнил? Говорит, ты пришел в магазин, говорит, дайте мне Кришну вашего, дайте мне Кришну. Мы дали Кришну, говорю, а зачем вы просили Кришну, для чего? Я молился ему об этих людях, он говорил. Я молился их Богу, Кришне, чтобы он спасся от этой голодной смерти. Был такой шок, такой удар получил человек. Все обратился к Кришне. Просто слышал, что там, ну, Бог Кришна. Все. Но в основном никто понятия не имел о Кришне, никакого. Поэтому как может человек думать о Кришне, если он никакого понятия не имеет об этом? И здесь Акасура в какой-то момент подумал «Бхактягам экая грахья». Хотя Акасура намеревался убить Кришну, в какой-то момент он подумал о Кришне с преданностью, после чего Кришна и его друзья пожелали развлечься в пасти Акасуры. Точно так же Путана хотела убить Кришну, отравив его, но Кришна счел ее своей матерью, поскольку он испил молока из ее груди. Кришна непредсказуем. Можно злиться на него, но как он ответит, это непредсказуемо, потому что он Бог. Он никогда в ответ не злится. Даже если гневается он, как Нарисимхадев, но это высочайшее благо приносит этот гнев. Он все благое, он абсолютен. Он никогда не является источником страданий, но всегда является источником счастья, даже в материальном мире. Хорошо бы нам
понять этот момент, что то счастье, которое мы получаем в материальном мире, это тоже от Кришны. Как бы говорится по образу и подобию, потому что материальный мир отпечаток как бы духовного. Все здесь по образу и подобию. Если Кришна наслаждается дружбой в духовном мире, то отпечатывается этот принцип здесь. И мы тоже можем наслаждаться дружбой в этом мире, видите? Кришна дает нам этот принцип наслаждения. И мы, тем не менее, можем думать, что это никакого отношения к Кришне не имеет. Это мой друг просто. Интересно, что люди об этом вообще не спрашивают. Вопрос возникает тогда, когда какая-то странность, какая-то бессмыслица происходит. Например, вот человек живет, а потом умирает. Как это бессмыслица? И мы спрашиваем, а почему? Что душа, она не умирает, она по образу и подобию создается. Она такая же бессмертная, как Бог. Поэтому бессмыслица, кажется, почему вот он живет, а потом умирает. Любой человек поймет, бессмыслица какая-то. Да? Просто почему, 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 почему? Но когда душа человека наслаждается, мы не спрашиваем, почему. А почему наслаждается? Почему? Почему дело вообще? А чего это вы такие радостные? То есть мы этому не удивляемся, мы думаем, это нормально, это без вопросов, нет вопросов. Абсолютно истина. Они уже и не спрашивают, когда оно установлено. Вот когда мы в мире бессмысленных вещей, мы все спрашиваем, а есть ли абсолютная истина, есть ли абсолютное благо? А почему страдания, если она есть? Если она есть, то как достичь ее, как освободиться от страдания? Потому что душа, она не умирает. Она отпечатана от Бога, частичка Бога. На нее не распространяются законы смерти, старости, потом она спрашивает, почему, за что, почему, за что. Если Кришна наслаждается супружескими отношениями, здесь тоже люди наслаждаются супружескими отношениями и тоже чувствуют радость, потому что Кришна – источник этого. Так чем же мы наслаждаемся? Кришна, по сути дела. Ничего, кроме Кришны, нет. Мы не можем наслаждаться чем-то другим. Если мы испытываем страдания, это уже извращенный вкус, отраженный, искаженный. То есть страдания – это искаженное блаженство. Так сказать. Это энергия блаженства изначально. Например, если мы руку в огонь засунем, мы будем сильно страдать вообще. Потому что наше тело, оно искажено до физической грубой оболочки. Наша сущность искажена кармой. Мы вынуждены были принять эту оболочку, которая испытывает страдания в огне. Мы избегаем касания огня. Но в другом теле живое существо наслаждается огнем. Блаженство испытывает. Нет ничего, кроме блаженства. Если устранить материальные чувства, материальный рассудок и ум, если одухотворить все это, то все, весь мир становится блаженным. При мыслях о Кришне, говорится, можем испытать такое блаженство, такого рода. Независимо от погоды, от пищи, от того, что есть критика, благоприятный, неблагоприятный, двойственность в этом мире, это блаженство, оно абсолютно и независимо. Ничто не может покрыть это блаженство. Материальные гуны не могут покрыть. Не властны. И здесь говорится, что это блаженство исходит просто от того, что человек подумал с преданностью о Кришне. Хотя бы один раз. Но он что же удостоится освобождения от страданий. И Путана хотела убить Кришну, отравив его. Она же счел ее своей матерью, поскольку пил ее молоко. Слабам мепьяся дармася траэте махато бхаят. Особенно, когда Кришна приходит в этот мир как аватар Рамани Муртишу Кала Ниямина Тиштхам. И особенно, когда он приходит в своем изначальном облике, как Кришна, любой, кто думает о нем, обретает спасение. Тому есть немало примеров, и среди них случай с Ахасурой, получившим Сарупья Мукти. Итак, путь прост. Сататам киртаянтамам ятанташ чадритхаврата. Те, кто предан Кришне, всегда прославляют Его. Адвайтам ачютам анадим анантарупам. Говоря о Кришне, мы имеем в виду все Его аватары. Кришну Говинду, Нараяну, Вишну, Господа Читанию, Кришну Балараму, Шьяма Сундару.
Тот, кто всегда думает о Кришне, непременно достигнет вимукти, особого спасения. И получит возможность лично общаться с Господом, если не во Вриндауне, то, по крайней мере, на Вайкунтхе. Это называется сарутья мукти. По крайней мере, на худой случай, на Вайкунтхе. Вот так здесь написано, по крайней мере. Такой в комментарии. Неслыханное дело Вайкунтха Лока. Говорит, ну, по крайней мере. Если уж не на голоде, то, ну, край, на худой конец. Супер. Это называется сарупья мукти. Вот преданные такие требовательные, видите, хотят прямо на Голоку. Сразу же матхури расу. Ешоду в сторону. Телят тоже в лес. Уединиться с Кришной, все вакунши какой-нибудь. И Хари Кришна. Вайкунтха где-то внизу, там, в невежестве полном. Еще дальше там где-то виднеется материальный мир, слава Богу, что такие некоторые представления о духовном мире. Но Прабхупада говорит, пока мы не осознаем, что духовный мир здесь находится, как мы достигнем духовного мира? На чем мы полетим туда? Нет таких средств туда долететь. Нет таких технических приспособлений. Душа, она не способна преодолеть влияние материальной вселенной. Сарупья мукти. Ахасура — это великий мистик. Он развил ситху, сосредоточив свое внимание только на одной способности. Вот так можно достичь могущества. Берете просто одну, любую свою способность и развиваете ее, только ее. Вот сейчас преданные не знают, что развивать. Этим заняться, или этим, или тем, или другим. Вот это непостоянство, оно характерно для многих. Некое такое рассеянное сознание. Или с мантрой то же самое, когда рассеянное сознание. Очень трудно достичь чего-то. И известно, что если мы сосредоточимся на чем-то одном, будем это культивировать, развивать, мы можем достичь огромного могущества. Что же развил себя Ахасура? Какую одну способность? Способность переваривать. Да. Все, больше ничего не умел. Но он мог переварить все, что угодно. В итоге. И стал Ахасура. Он за секунду мог переварить всех этих телят, пастушков, как соломинки, сжечь внутри себя. Вот такой силы огонь пищеварения. Эта способность позволила менять облик. Стать просто длинной кишкой. Змеей. Змея — это длинная кишка, больше ничего. Там нет ни рук, ни ног, там все сознание в пищеварении. Есть голова, глаза для поиска добычи. Есть пасть, которая открывается безразмерно. Есть такой же безразмерный желудок и хвост. Больше ничего не нужно. Видите? Могущество. Невероятной силы был у него огонь пищеварения, немыслимый. И он очень гордился этим. Он знал, что ни одно живое существо не выдержит его огня. Поэтому он принял этот облик свой, естественно, как бы привычный, змея. Залег в кущах Вриндавана. Имейте в виду, когда вы будете искать в кущах Радху и Кришну, там может быть Ахасура сидеть. Это небезопасно. Безопаснее ходить книги распространять на улице сейчас. И он, используя свою ситху, он открыл пасть, касаясь облаков, и замер, как это делает змея. Вообще она может так часами находиться, знаете. Можете на нее смотреть часами, не двинется вообще. Даже скучно будет. Но куда же ты сдвинешься, посмотри, что там у тебя. Расцветка какая. Месяц может так держаться. Змей. Сосредоточенность. Такая сосредоточенность, такая йога, смотрите, на пищеварении. Если он сосредоточен на пищеварении, то представьте, он мог также мыслить сосредоточенно о Кришне. Он так и думал. Сейчас я проглочу всех,
пастушки сразу подались этой иллюзии, не подумали, а какая-то новая пещера, что ли? Что это такое? Кто-то говорит, это похоже на змею. Да, нет. Какая-то пещера. Но очень похоже на змею, точно. Если даже змею, ну и что? Пойдем поиграем. Кришна защитит чуть что, нам же интересно. Пойдем. Кришна наблюдал, двойственный сумах пастушков, перед ним была змея. А они хотели играть, поэтому они вообще не узнали, что это змея. Ну, даже если змея, какая разница, там интересно. Дети так попадают в опасность. Интересно, пойдем, а ну и что? Если что, родители позовут. Но у них был Кришна. Он уже их спасал от различных демонов, они верили в Кришну полностью, были преданы ему. Пойдем, и весело пошли в пасеку Асура. Асура знал, если сейчас все пастушки войдут, Кришна войдет потом тоже. Они связаны, понимают эту связь, эту йогу. Что Кришна не бросит их. Но как только Кришна уйдет в мою пасть, я захлопну и переварю все. Он надеется на силу своего пищеварения. Но при этом тонкое пищеварение. С нецесароведами, там еще что-то, костяцами переварить не могут толком. Нужно просить благословения Асуры, что переварю просад. И что мы быстрее проели свой путь сознания Кришны. Если мы не будем есть просад, то как мы продвигаться? Надо есть все, что дают преданные. Я шучу. Не нужно есть все, что дают преданные. Там, конечно, любовь, но там тяжелая пища, может быть, или неподходящая по вашей конституции. Нужно, конечно, это учитывать. Но чистый преданный, он может есть, как Асура. Он тоже способен переваривать 40 килограммов пищи за один раз. Господь там делает 40 килограмм риса за один раз мог съесть в экстазе. Не переваривается все. Но вот нам далеко до такого совершенства. И Кришна думал, он смотрел, думал, какая сила иллюзии, как эти пастушки поддались этой иллюзии и входят в пасть Асуры. Но Асура не закрыла пасть, он смотрел на Кришну внимательно и ждал, когда же Кришна войдет в его пасть. И Кришна вошел в его пасть. Вот когда он ждал, он думал о Кришне. Естественно. А Кришна, он не торопился же, он дал ему время подумать. Может быть, с этой стороны тоже можно смотреть эту лилу, я не знаю. Ачарьи комментируют ее бесконечным образом. И когда Кришна вошел в пасеку Асуры, мальчики-пастушки уже были, собственно, переварены. Все уже. На это время достаточно было. Солома в огне сгорает за секунду. И в это время Асура захлопнул пасть. Как на четверю машины. Все плотно. Невозможно открыть. Щука за щекой. Он был приспособлен к этому. И включил пищеварение. На мощь, на полную мощь. Обогреватель. Ну, вы знаете, Кришна, он уничтожим, конечно, он стал раздуваться внутри. А Асура стал страдать, так вот извиваться, что-то в глотке застряло. Стал кашлять, что-то еще делать, извиваться, но ничего не помогало. Кришна увеличился в размерах все равно, медленно, но верно. В конце концов, череп лопнул с брызгами, там, знаете, сейчас бы своими кинологами показал бы хорошо. Красочно, как мозги вылетают, там, знаете. Взрыв такой, там, взрыв изнутри такой, лопнул череп. И пасть снова его открылась широко, он уже не мог держать Кришну, там, испытывал изжжение, неудобство, и души к душе, и он задохнулся. Такой смертью мучительной погиб. И Кришна вышел оттуда и оживил всех пастушков и обратно. И так они потом играли, эта пасть высохла, он святые мощи. Пасть высохла, и стала, значит, местом игр пастушков. Они туда каждый день бегали, лазили по этой пасти туда-сюда, как по пещере. Дети развлекались, Кришна для них сделал такую игру. И мудрецы, великие мудрецы исследовали этот вопрос. Они сказали, Асура достиг освобождения. Сарупья Мукти, здесь написано. А он обрел форму Нараяны,
духовное, и навечно освободился. За какие заслуги? Но может быть, в прошлой жизни что-то сделал, что получил возможность увидеть Кришну. А они изучили этот вопрос и выяснили, никаких заслуг не было. Просто проглатывал и переваривал, проглатывал и переваривал. Он больше ничем не был занят, никакие блоки системы деятельности, только проглатывал и переваривал. Он посвятил всего себя этой деятельности. Тогда как же он освободился? В чем причина? И при выяснении обстоятельств выяснилось, что причина только одна. У него был контакт с Кришной. Все. Не было никакой материальной причины. У него не было благочестия должного. Не было запаса каких-то добрительных поступков, не было религиозных практик, не было служения преданным. Он не повторял 16 кругов мантры даже. Регулярно. Никакие принципы не соблюдал, он был демоном. Он нарушал все религиозные заповеди. И сознание, его ум был очень греховен. Они были все ошарашены. Все эти мудрецы, знающие закон этого мира, как бы понимающие все эти духовные практики, они были ошарашены. Как же так? Но выяснилось, что просто потому, что он получил контакт непосредственно с Кришной, он полностью очистился. Полностью. Мы, конечно, знаем, слышали историю от Джамилы. Аналогично, ведь там была очень греховная жизнь. Но он полностью очистился. Невзначай, позвав сына по имени Нараяна, он полностью очистился. Один раз произнес он так, с таким чувством. Один раз. Но Аджамила произнес, а Ахасура просто подумал. И достиг совершенства. Как? По милости Кришны. Вот это контакт с Кришной. Милость Кришны, это контакт с ним. Векали самая большая милость, потому что каждый человек получает контакт с Кришной через Святое Имя. Любой может получить. Достойный, недостойный, не имеет значения. Господь Читания вообще не различал эти категории людей. Кто достоин, кто недостоин. Кто греховен, кто не греховен. Кто мужчина, кто женщина. Кто умный, кто образованный, кто необразованный. Вообще это не рассматривается в практике сознания Кришны. Распространяется Святое Имя, которое дает нам возможность непосредственно получить контакт. Потому что мысли о Боге возникают сами по себе при повторении Хари Кришна Махамантры. Что люди не могут думать о Боге. Нет. Но как? Хотя бы один раз подумать о Нем с преданностью. И это случается, когда мы воспеваем Святые Имена. Можем даже не слышать ни о Кришне, ни о отце, ни деде, никто. Но услышав киртану в обществе преданных, мы испытаем это чувство. Блаженство. Это Кришна. И оказывается, Он источник всех. Всего счастья, всего блаженства, различных форм счастья. Кроме Кришны, никто не является таким источником счастья. Все получают это благословение быть счастливым от Него. Полубоги счастливы, но они благословлены Всевышним. Кто-то богат, наслаждается, но он благословлен внутренней энергией. Как-то он получил какой-то контакт, прямой или косвенный. Если мы изучим все эти законы, мы видим, что Это просто получить контакт, и все решается именно этим. Просто повторяя Хари Кришна мантру, и мы получаем руководство свыше, получаем разум свыше, получаем очищение чувств, начинаем воспринимать то, что раньше не воспринимали, видеть то, что раньше не видели, понимать то, что раньше не понимали. Это контакт с Кришной. Все священные писания, все правила регуляции – создан только для того, чтобы привести человека к этому непосредственному контакту со Святым Именем. Чтобы он просто согласился своим языком произнести искренне, хоть один раз. Спутники Господа Читания, на коленях умолять материалистов, хоть один раз произнести искренне Святое Имя Кришны. Вот так мне поведут. Хоть один раз. Скажите просто один раз, Хари Бол не говори, и все, я от вас отстану. Ты можешь ударить меня или что-то еще, но ты просто повтори, Хари Бол. На коленях стоит. Что этот контакт, дать возможность человеку произнести самому, соприкоснуться самому.
непосредственно с Кришной, через звук. Да, Господь Чайтанья проходил мимо реки, навел Тоби стирачка одежды. Ну, он там колотил белье, стирал одежду, целыми днями это делал. Нужно было зарабатывать деньги, поддерживать семью. Не мог бросить работу, как и все мы. Господь Чайтанья в экстазе посмотрел на него и подумал, вот человек страдает в этом мире. Это Тоби. Так он все время будет стирать это белье. Потом умрет, родится снова кем-то и снова будет стирать свое белье. Тхоби! Повторяй Хари Кришна. Скажи, Харибол, Харибол, давай вместе. Нет, нет, не беспокой меня, пожалуйста. Не беспокой, не отвлекай. Сейчас тут меня отвлечешь, увлечешь свою секту. Я потеряю работу. А у меня семья, мне нужно кормить ее. Пожалуйста, не тревожь меня. Оставь, я должен стирать белье. Тхоби. Ну это же просто. Просто, хотя бы недолго, отпусти это белье, подними руки вверх, произнеси святое имя, хоть один раз. Нет, 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 не приближайся ко мне, не мешай. Я знаю, к чему это приведет. Я потеряю все. Где я возьму деньги потом? Я потом буду бродить по миру, просить подаяния. Нет, 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 нет. Оставь меня на этой работе. Тхоби, ну давай я постираю, пока ты будешь успевать. Тхоби задумался. Но если стирка не пострадает, почему? Можно согласиться. Ну, постирай пока, я попою, хорошо? И Господь Чайтанья стал бить его белье. А Тхоби так поднял, сказал, Хари, Бо, Господь Чайтанья так обрадовался. Такой экстаз. Схватил его в объятия, они вместе. Хари, Бо! И стали танцевать, петь, забыли про белье. Пошли по дороге, как сумасшедшие. Хари Кришна и так далее. И вся деревня увидела, что с Тхоби нашим. Боже, он же просветленный. Он воспевал. Давайте вместе. И вся деревня стала воспевать. И начался фестиваль, и все такое. И так оттуда это дошло до Екатеринбурга постепенно. Так люди чувствуют, они боятся оторваться от этих материальных обязанностей. Собственно, и не нужно от них отрываться. Не об этом речь. Все так или иначе как-то будут выполнять свои материальные обязанности. В соответствии с природой, способностями. Но от чего нужно отвлечь человека? Это точно, что нужно отвлечь? От надуманной искусственной деятельности. Знаете, что это такое? Большинство людей заняты не своим делом. Это серьезная проблема для их жизни. Они хотят все стать богатыми. Сумасшедшие люди. Не может быть такого, что все были богатыми, да и не нужно это делать. Нужно понимать свою роль в обществе. Когда все люди хотят богатыми, это искусственное настроение. Материалистичное, искусственное, навеянное какой-то внешней энергией. Престиж или зависть, мало ли что там. А человек счастлив, когда следует своей дхарме, своей природе. Все веды говорят об этом, что лучше плохо выполнять свои обязанности, чем чужие обязанности. Но современные люди, они запутаны из-за этого престижа, из-за желания денег. Они почему-то думают, что каждому должен стать богатым человеком. Ну, богатство хорошо. Богатство хорошо, если вы счастливы. Но плохо, если вы страдаете. Тогда зачем богатство, если вы страдаете по этой причине? Вот вы зарабатываете какие-то деньги, чтобы как-то жить респектабельно, хоть как-то концы с концами, но вы же страдаете, сильно. Какой толк в таком богатстве, которое не решает никаких наших проблем, никаких наших вопросов человеческой души. И мы зарабатываем деньги, мы заботимся о том, о всем, а в нашей голове вопрос, почему, почему со мной все так, почему все так, почему мне все труднее и труднее, почему, почему, почему. Ну хоть раз подумайте о Кришне, хоть раз отпустите эти руки, освободите себя от этой рутины искусственной, просто руки вверх, и вот вспомните, Кришна, ну все же просто. Контакт. Ахасура освободился от всех грехов, хотя это был грешник первой гильдии. Это был настоящий демон, убить его мог только Кришна, он был очень силен. Сколько он зла причинил живым существам. И ничего другого он не делал, говорит.
Но таков контакт с Богом. Один раз он подумал о нем с преданностью. Просто увидел, что Кришна красив. И все. Вот такой комплимент. Можно сказать, что он просто одну фразу ему сказал когда-то. Кришна, это очень красиво. Все. А потом проглотил его. А Путана хотела убить его отравленным молоком. Но Кришна, когда пил молоко, подумал, это же моя мать. Вот какой Кришна. Вот какой контакт. И Кришна знал, что Акасура подумал о нем с хорошей стороны. Освободил его. Кто самый благодарный? Это Кришна. Кто самый красивый? Это Кришна. Кто самый богатый? Это Кришна. Кто самый умный? Вы знаете ответ на все вопросы. Кришна. Нет ошибки. Можно всегда говорить Кришна и не ошибетесь. Кто лучше всех? Кришна. Но если скажете, кто хуже всех, богиня Сарасвати эту фразу Кришне принесет благоприятно все равно. Как сказала Шишупала, Пурушатхама худший из людей. Богиня Сарасвати несла эти звуки Шишупалы, оскорбительные уши Кришны, там они трансформировались, и Кришна слышал, тот, перед кем все остальные ниже. Пурушатхама, тот, перед кем все остальные ниже. И Кришна благословил Шишупалу за такие слова. Он говорит, смотрите, какая милость, абсолютная милость. Вы не можете его затронуть, вы не можете затронуть его никакой нечистотой, он абсолютно чистый. Даже находясь в материальном мире, даже святой имя точно такой же. Если даже у вас какие-то мысли не очень благоприятные, повторения, они трансформируются для Кришны в нектар. Никаких строгих правил говорится, потому что это имя не оскверняется ничем, способное извлечь живое существо из самых глубоких нечистот, из ада. Абсолютная сила Кришны. Абсолютная красота, и мы постепенно видим, как эта красота, она мерцает, отражаясь в этом бренном мире, и поэтому он кажется привлекательным, потому что отражает Кришну то там, то здесь, то тут, то здесь, мы идем туда, сюда, вот этот мираж. Но оригинал совсем другой стороны. Как говорится, нужно хоть раз отпустить в руки, повернуться к оригиналу, сказать, Кришна, я здесь, я нашел тебя. И все. Иногда для этого требуются многие жизни, иногда требуются многие годы, чтобы сделать этот решительный шаг к Кришне. Я теперь твой всегда, твой слуга. Таков результат чистого воспевания святых имен. Итак, Акасура уже освободился, а мы все еще здесь, в Екатеринбурге. Я прочитаю без санскрита, еще один стих, без комментария. Шрисута Госвами сказал, о святые мудрецы, детские игры Кришны поистине удивительны. Слушая об играх Кришны, который спас его, когда он еще находился в чреве матери, Махараджа Парикшит полностью сосредоточился на них и опять обратился к Шрудеве Госвами, прося его продолжать рассказывать об этих праведных деяниях. Эти игры Кришны, они бездонно глубокие, непостижимы. И преданный он испытывает жажду к этим историям, к этим рассказам. Он привязывается ушами, говорится, слушая об этих играх. Если кто-то испытывает эту привязанность к слушанию о Кришне, то говорится, что с этого начинается уже чистое преданное служение. Этот человек достигает этой платформы. Он любит слушать о Кришне, это преданное. Вот такая характеристика первая. С этого начинается уже как таковое чистое преданное служение. Что уши очень важны в нашей практике. Вся ведическая литература, все знания постигаются только на слух. И постепенно мы обретаем способность говорить о Кришне, прославлять Кришну, быть позитивными. Потому что только позитивный ум может думать о Кришне.
В двойственности это практически невозможно. Невозможно сосредоточиться на Кришне двойственности. Поэтому мы культивируем эту практику ежедневно, воспевание святых имен, мы боремся с умом, на самом деле. Это вечный вопрос наш, как же победить ум? Все равно куда-то уходит. Повторяется 16 кругов, но как же мне быть внимательным, как же мне быть с этим? Нужно обратиться к Кришне за этим. Недостаточно наших усилий. Арджун уже сказал Бхагавад-гите, что мне невозможно остановить, он как ураганный ветер, а у меня всего две руки. Я не смогу так сделать. Но если мы зовем Кришну, если мы, воспевая святым на Кришне, обращаемся к Кришне, это возможно. Вот это парадокс. Как можно повторять именно Кришне, не обращаясь к Кришне? Да, имперсоналисты могут так делать. Они могут повторять Хари Кришна мантру тоже, они попользуются этой мантрой. Но они не обращаются к Кришне, потому что Кришна для них не личность, он безличностный, не имеющий формы других характеристик. Он безликий дух, распространенный безгранично. И они думают о слиянии с этим духом, как о освобождении от страданий. И собственном величии, думают, конечно. О собственном величии, о собственной святости думают, когда воспевают святые имена Бога, они не обращаются к Кришне. Это воспевание считается нам апарадха, оно оскорбительно, оно не дает результата. Но именно преданный может обратиться к Кришне, это особая способность, уникальная способность, обратиться к личности Бога. Не к его аспектам, не к его богатству, не к каким-то еще вещам, к его знанию, а к нему непосредственно, как к личности, обладателю всего этого. И вот такое воспевание считается, единожды произнесенное, дарует величайший плод. Полное абсолютное прибежище получает душа, подобного Кастури, получает духовное тело. И на худой конец приходит на Вайкунтху. Если обращается к Кришне, когда человек воспевает Хари Кришна Махамантру, слушает, он должен знать, что я произношу имена Кришны. Это Кришна сейчас здесь. И Кришна, помоги мне услышать твое святое имя. Дай мне возможность приблизиться к этой трансцендентной вибрации. Войди в мое сердце. Потому что я хочу преданно служить тебе. Я не хочу слияния с тобой. Не хочу отвергать твои возвышенные качества. Хочу познавать твои качества. Я хочу общаться с тобой. Хочу служить тебе. Я не хочу раствориться в твоем величии и стать великим. Ничего не хочу. Я хочу служить тебе. Твоим качествам, твоей форме, твоему имени. Твоей бездонной любви. Кто еще может быть таким, как Кришна? Прабхупада говорит, материальная природа нас не прощает за малейшие проступки. За все отвечаем. Но Кришна прощает даже Путану. Кришна освобождает даже Акасуру. За что, собственно говоря? И причины-то никакой почти нет. Беспричинная милость, но это таков контакт с Кришной. И затем, конечно же, это убийство демонов описывает здесь, как они освобождаются, и также описывается окружение Кришны, эти мальчики-пастушки, которые играют вечно с ним, телята, которые наслаждаются с ним бесконечно. Не говоря уже о гопи, которые там разлуки тоскуют весь день, места себе не находят. Фактически они даже не замечают, что делают. Они выполняют все свои обязанности автоматически. И стирают, и сбивают масло, и убираются в доме. Они даже не сознают, что это делают. Тело это все делает. И душа стремится к Богу, к Кришне. И Кришна точно так же думает о гопи, когда играет с пастушками, с телятами. Он думает обо всех. Он такой, он знает всех. Всех знает, со всеми находится одновременно. Это разлука, это Кришна. Это энергия Кришны тоже. Он дарует это состояние разлуки, усилия любовь и гопи в их сердцах. Ждут с такой силой, когда же, наконец, мы увидим его. Когда же, наконец, мы услышим его флейту, когда мы вступим в этот танец, когда сможем танцевать с ним, обнимать его, играть с ним, шутить с ним. Их настолько желание усиливается, что они готовы расстаться с телом и выйти уже как душа из тела и устремиться к Богу.
Они абсолютно бесстрашны на пути к Богу. Их никакие условности не останавливают. Говорится, гопи, нет, вы не остановите их ни религиозными принципами, ни то, что у них есть, что они замужние, и что у них есть дети, и что-то еще. Гопи, нет, невозможно. При этом Кришна утвердил их высочайшую чистоту и святость во всех трех мирах. Хотя они как бы нарушают внешне все религиозные принципы. Но поскольку они в таком контакте с Кришной, они абсолютно чистые. Это самые чистые преданные. Когда жены браманов кормили Кришну, браманы, они зрители от правил предписания отказали в пище Кришне. Говорят, что сейчас вы дети, вы глупые, вы хотите нарушить нашу ягью. Неуместная ваша просьба сейчас здесь. Хотя уже могли накормить, говорится. Уже можно было раздать эту пищу. Но они, следуя правилам предписания смарта, они отказались удовлетворить желание Кришны. Из-за религиозных принципов. Но когда друзья Кришны обратились к женам браманов, сказали, там Кришна Баларама хотят есть. Они даже до конца не слушали, никаких аргументов не нужно было. Они спонтанно начали действовать, все эти жены браманы. Они слышали о Кришне уже множество раз. Но спонтанно они собрали все, что можно. И лично пошли сами кормить Кришну Баларама. И Кришна был счастлив в идее. Это была первая их встреча. Только они слышали раньше о Кришне, никогда не видели его. Но тут они увидели его непосредственно, что он послал пастушков с просьбой накормить его. Это так Кришна зовет себе преданного. Накорми меня, я хочу есть. Говорит, ну-ка иди сюда на ковер. Так не происходит. Он говорит, я хочу есть. У него пробуждается желание к этому преданному. Эти жены браманов пришли с сияющими глазами, с трепетом, в экстазе. Они сейчас увидят Кришну, и более того, он хочет есть, кормят его. И они увидели его. Они получили все, что хотели. Когда увидели, сказали обратному, Кришна, не вернемся. Мы с тобой остаемся. Ты верховная личность Бога, ты не просто пастушок. Найди нам место. Мы теперь твои служанки, твои преданные. Да и мы не можем вернуться к мужьям, они нас отвергнут, потому что мы их ослушались. Мы только что нарушили все религиозные принципы. Мы пренебрегли этим всем. Нас никто, наша репутация, все перечеркнуто. Мы больше не жены браманов. Мы теперь твои рабыни. Ты сказал нет? Если вернетесь сейчас к мужьям, они вас с радостью примут. Они к вам еще лучше будут относиться, чем раньше. Но они это приняли и вернулись к мужьям. И когда мужья увидели этих жен своих, думали, какое несчастье. Как же мы совершили такую оплошность? Почему же мы не накормили Кришну? Как они сияют, наши жены? Какие несчастливые. Они трансцендентные. Они теперь не наши жены. Они чистые преданные. Но они вернулись к мужьям. Как благословение от Кришны пришло. Мужья просто себя корили до конца своих дней. Как же мы обусловились, какие же мы грешники. Думали, что мы браманы, мы следовали правилам предписания. Ради чего мы следовали? Ради собственной гордости. Мы возрастились в гордыню, мы даже отказали верховной личности Бога, когда он с просьбой обратился к нам. Мы стали такие гордые браманы, вот наши жены, вот преданные. Это Кришна. Так, кому же нужно предаться, как на Кришне? Спрашивают преданные. Кому вы хотите предаться? Кто так защитит? Материальная природа? Кнут и пряник. Не простит ничего, за все ответит. А Кришна скажет, я хочу есть, иди сюда. И все на этом. Это очень просто для Бога. То есть никаких, собственно, процессов не нужно предварительных, чтобы заниматься преданным служением. Нужно просто повторять Хари Кришна мантру и все. Если даже
Я еще не преданный. Я получаю это право в Кали-югу повторять вместе со всеми, даже со своим пониманием, со своим мнением, не имеет значения. И постепенно Кришна дарует этот нектар святого имени, раскрывает себя сам. Он говорит, иди сюда, я хочу танцевать с тобой. Мы же так бежим на киртан, что нас зовут святое имя. Если сюда прийти к Дармину с вами, прибежи туда с полуборной сюда. Точно, потому что святое имя таково. Люди придут, что Кришна здесь проявится. Тоже не хочет. При этом Кришна не будет смотреть, квалифицирован, не квалифицирован. Пришел, танцует, все, мой преданный Господь читает. Все благословения. Это такая сторона великая, это сторона Кришны, но наша сторона должна быть честная. Если мы получаем этот дар, то милость нужно ценить это, дорожить. Если мы потеряем святое имя, если мы потеряем вкус, если мы потеряем контакт, то кто нам поможет? Никакие другие процессы в Кали-югу не работают, они осквернены, невозможно. Ни йогой, ни благочестием, ни религиозной практикой ничего не поможет. Все запутано. Это последняя надежда остается и самое сильное лекарство. Но нужно это принять с благодарностью. На всю жизнь сохранить свои обеты. И исповедовать святые имена внимательно. Помня, как Асура освободился, как Путан освободился. Помня, как Господь Чайтанья в экстазе воспевает святое имя со слезами на глазах, со страданием распространяя повсюду. Итак, мы тоже должны учиться воспевать и распространять, воспевать и распространять. Махараджа Парикшит спросил, о великий мудрец, разве можно говорить о том, что было сделано в прошлом? Так, словно это происходит сейчас. А Асура это был в прошлом. И почему мы говорим о прошлом, как будто это сейчас происходит? Господь Шри Кришна совершил свой подвиг, убил Асуру, будучи в возрасте Каумара. Почему же, когда он вступил в пору Пауганды, мальчики рассказали об этом случае, как о недавнем событии. Тут уже другая лила начинается. Тут во времени все совпадает. Махараджа Парикшит слушает внимательно. Как так получилось? Какой-то провал во времени в течение года. И тут уже другая лила объясняет, как получился этот провал во времени. Мальчики-пастушки рассказали об этом случае, об Акасуре только через год. Как будто он произошел вчера или сегодня. Как так получилось? Убили Акасуру. Год прошел. И только через год мальчики и пастушки сказали, сегодня был убит Акасура. Как это получилось? Вы не знаете, как это получилось? Брама, да, в этом виноват был замешан. Это все из-за него. Величайший йога, мой духовный учитель, пожалуйста, ответь на мой вопрос, потому что я очень хочу это узнать. Похоже, что это было не что иное, как очередная иллюзия, созданная Кришной. О мой господин, мой духовный учитель, хотя я последний из кшатриев, моя слава и богатство состоят в том, что я всегда могу слушать твои нектарные повествования о праведных деяниях Верховной Личности Бога. Сута Госвами сказал, о Шаунака, величайший из святых и преданных, когда Махараджа Парикшит обратился к Шукадеве Госвами с таким вопросом, Шукадева Госвами сразу вспомнив о глубине своего сердца, о Кришне, о его деяниях, на какое-то время утратил связь с внешней деятельностью органов чувств. Затем он с большим трудом пришел в себя и стал рассказывать Махараджа Парикшиту Кришна Катху. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 12 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, который называется «Убийство демона Акасуры». Какие будут вопросы, пожалуйста. Эти записки. Как мыслить позитивно и воспевать с любовью, когда накатывает вина, самобичевание, лени, жалость к себе, руки сами тянутся к интернету. Спонтанное.
Как заставлять себя в такие моменты? Это что, постоянная борьба? Когда будет нектар святого имени? То есть, когда это все кончится наконец, так? Когда? Где нектар? Да, общение с интернетом. Бывает очень губительно. Похоже, там всякое бывает в интернете. Там очень много нечистоты и грязи. Если вы заглядываете в интернет, то вы должны недолго это делать. Если приходится это делать, то ненадолго. Так же, как по улице вы идете, вы просто проходите. И идете дальше на программу. Не то, что вы по пути заходите в бар, ресторан, на стриптиз. Но по пути же, а что, я виноват? Дорога такая. Вы должны знать, куда вы идете, и думать именно о том, куда вы идете. Здесь вы описали симптомы тамаса. Волна самобичевания – это тамас. Лень – тамас. Жалость к себе – тамас. И руки тянутся к раджасу, к интернету. Там какая-то жизнь, понимаете, есть. Это из тамаса в раджасу человек поднимается. Только следить, чтобы снова в тамас не вернуться тогда. Чуть-чуть в раджасе поднялись, идите мантру повторять. Что там вас вдохновляет в интернете? Руки тянутся, что ли? Ноги идут. Вы же не понимаете, что происходит. Лунатик. В тамасе это так. В тамасе человек не имеет воли. Его тянет какая-то гурна, и он идет туда, как бык, который за веревку ведут к интернету. Ну, то есть нужно все-таки трудиться в цели больше. Во всяком случае, 16 кругов нужно внимательно повторять. Каждый день. Некоторые преданные, они как бы экономят. Но времени они прямо в интернете повторяют. Тоже там они смотрят что-то и повторяют. Вибрация же все равно идет. Так я слышал. Но она не туда идет, вибрация. Следите, куда вибрация идет. Куда пища должна в желудок попасть. Ваша вибрация должна достигнуть Кришны. Она вся в интернет идет. То есть нет другого ответа на этот вопрос. Конечно, есть и другие возможности. Отключить интернет. А? И не платить за него. Не платить за него, да. Деньги не платить за интернет. Не включать интернет, потом сказать родственникам, чтобы не давали интернет. Так и скажите, у меня проблемы, зависимость от интернета. Можете меня как-то от интернета оттаскивать в нужное время? Но поскольку все родственники тоже в интернете, никто не может. Что же с интернетом делать? Я думаю, что что-то материалисты сами придумают, люди благочестивые. Потому что благочестивые люди понимают, что это яд для детей. Они все говорят об этом. А они что-то думают. Они, похоже, предпримут какие-то меры. Потому что преданные ничего не могут поделать с этим. Они контролируют чувства. Самим интернетом ничего не будут делать. Они пассивны. Я думаю, нужны такие преданные, которые могли бы вот входить в такие сферы, как интернет, социальные сети, наводить там порядок. Сильные преданные. Потому что сейчас много преданных, безвольных. Они в миссии очень слабые. Мы их всех считаем преданными, но движение становится таким, знаете, большим и инертным. Когда не было интернета, нас было единицы, и все были активны на 108%. Несколько человек могло сделать то, что делает сейчас целое ядро. Это правда? Сейчас ситуация несколько меняется. Мы более социализированы, более обусловлены, мы на работах, плюс еще интернет. И... Кришна трансформирует все нечистое в чистое. Почему же мы
все совершаем и совершаем эти оскорбления. Оскорбления святого имени, преданных, как просить еще Кришну, чтобы он помог трансформировать все эти нечистоты. Кришна не контролирует нас в гуне страсти. Он нас не держит за руку, не хватает за руку. Если Господь Чайтанья вывел одного преданного за волосы именно из плохой ситуации. Да, там, цыгане захватили его. Вино, женщины там были. Он попал в ту компанию. Они захватили его ум. Это был один из спутников Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья вернулся туда, где это произошло, сам лично. Зашел к этим бататариям, схватил за волосы этого преданного, вытащил его оттуда, но больше не хотел видеть его, спас его. Кришна дает милость, и вот нам важно осознать эту милость Кришны. Вот хорошо же на киртане, хорошо же с преданными, хорошо, когда мы книги читаем, милость, да, да. Но у меня остается свобода воли, свобода выбора. Кришна не в страсти дает эту милость, не связывает цепями этой милости. Он дает эту милость и выбор. Как ты поступишь с этой милостью? Вот на чем основана наша духовная жизнь, на свободе выбора. И вот это самое трудное. Как при таких соблазнах интернета и других сейчас, вот возможностях материальных, как быть? Как выбрать Кришну? Трудная задача. Но Кришна все-таки знает, как это сделать. Потому что у нас есть физическое тело. Если вы не можете контролировать свои чувства, то очень скоро вам придется следить за своим телом. Вам будет не до интернета. По милости Кришны. Это в любом случае произойдет. Придут некоторые проблемы с телом. И мы начинаем думать, так, что у меня там с печенкой? А тут что? А в сердце? А в суставах? И вот это вот начинаем поглощаться этим всем. И понимать, все в этом мире суета-сует. Весь интернет бесполезен. Все дело к концу идет. Кришна, помоги! Кришна, помоги! Так тоже можно. Если мы сами не можем свои чувства контролировать, как бы, если мы безвольны, если мы на чувство вины, если у нас вот такая, такой тамас, если мы не можем стряхнуть, не можем пойти что-то делать для Кришны, пойти на Санкиртану, пойти на Харинаму, пойти туда, пойти сюда, что-то делать, что-то договариваться, организовывать, распространять. Если мы к интернету тянемся за спасение, ну, тело не вечно, не беспокойтесь. Так тоже можно. Больше 20 лет в движении сознания Кришны я понял, что никогда не был преданным, и сейчас тоже. Все было поверхностным все это время. Очень хочу им стать преданным. Что сделать? Это реально? Вот так и становятся преданными. Вот как раз к слову, как продолжение темы, вот так становятся преданными. Очень хорошо. Хорошая записка. Искренне. Вот Кришна этого и ждет. Как же мне стать преданным? Я вообще не предан. Кришна это очень ценно. Это искренность. И я хочу стать преданным. Замечательно. Вот это имеется в виду, когда мы говорили, стать искренним. Ну вот это хорошо. Вот на это Кришна обратит внимание. Вот тут мы получим возможность личных отношений с Богом. Это и есть сознание Кришны. Какой я преданный вообще? О чем вы говорите? Но я хочу стать преданным. Вот это очень хорошо. Почему мы, когда думаем о Кришне, мы не освобождаемся как асура? Мы
же соприкасаемся с Кришной, с Хари Кришной. Почему, когда мы думаем о Кришне, мы не освобождаемся? Вы не правы. Освобождаемся. В тот момент мы считаемся освобожденными. Прабхупада говорит, что когда мы приходим на приветствие божеств, открывается алтарь, мы слышим гимны Брахма Самхиты. В этот момент можно почувствовать духовный мир. В храмовой программе приветствие божеств, кульминация всей утренней программы. Ну, вообще Бхагаватам кульминация. Но вот перед этим буквально открывают божества во всей красе, в бранстве. Утренний, на весь день наряд, когда вся бхава, вся любовь преданных вложена туда. Алтарь открывается в это время. С музыкой, гимны Брахма Самхиты, все преданные, они поют Говинда Мади Пурушим, и вот этот момент бывает очень возвышенный. Особенно в праздники, когда особенно украшают божества, особенно вкладывают усилия. Всегда экстаз распространяется, особенно в праздники, всегда это экстатично. Вот такие храмы, как Майяпур, Вриндаван, это потрясающе. Здесь тоже есть божество. И в этот момент, когда преданные созерцают божества, Прабхупада говорит, он освобожден в этот момент. Вот этот момент освобождения есть. Трансцендентный опыт. Недолго. Но поскольку есть свобода выбора, мы опять возвращаемся к привычным делам. Привычное сознание имеется. К делам нужно возвращаться. Но привычное сознание. Привычное мироощущение. Знаете, что такое привычное мироощущение? Это то, к чему привыкли. К знанию, к культуре, к общению. Это кажется само собой разумеющимся. Но постепенно, когда этот трансцендент будет накапливаться больше, больше и больше, эти привычные вещи будут рассыпаться под ногами. Будете заново учиться говорить даже. Это будет подобно землетрясению под ногами. То есть мы привыкли ходить по земле. Но когда землетрясение, тут волны, и вы не знаете уже, как ходить, что делать. Может быть, лечь просто. Мир под ногами рушится. Все наши иллюзорные представления, они будут рушиться. Нам придется заново изучать, что такое атма джива, что такое гуны материальной природы, заново осмысливать все. Потому что наши знания могли быть еще не на духовной платформе, а на материальной платформе. И вот когда эта платформа будет разрушена, вот тогда, тогда, произнося простые вещи, мы освобождаемся. Тогда мы слышим, что Кришна говорит, «Сару Дхарма Паритяжа, Мама Камшана Раджа». Вот теперь я понимаю, что это означает. Здесь нет прибежища. Здесь землетрясение сплошное, тут все разрушается, все построено мной, становится привычным, потом разрушается. Тут нет основы в этом мире. Он материальный. И теперь я слышу, как Кришна зовет, «Сару Дхарма Паритяжа, оставь, иди ко мне, я тебя защищу, я буду твоей основой, вечной основой. Неразрушимой основой. Но пока мы еще стоим на материальной основе, прочной, привычной, мы и понимаем все на этой основе. И о душе на этой основе рассуждаем, но это нормально все. Я просто говорю, что процесс такой. А Асура, конечно, имел особую милость, что Кришна сам убил его. Непосредственно явился перед ним. А Асура мог видеть и думать именно об этом. Когда мы воспеваем, мы разве не опускаем руки и не предаемся? Почему нет? Можем предаваться, да, при воспевании. Я думаю, при воспевании преданные предаются все. Почему нет? Как обращаться к Мадан Махану, когда вы просили помощи в Дхаме, а преданных из России, вы говорили, что мы должны обращаться к нему, но мы этого не делаем. Мадан Махан говорил вам если помните, медитации. И помню, я еще помню, да. Мадан Махан, помню еще. Мадан Махан, это старец Самбанда Гьяну.
Самбанда Гьяна означает, что я маленькая душа, а Кришна — это мое прибежище, я его слуга. Это вывод Самбанда Гьяны. Означает, что душа, сознающая свое положение, всегда обращается к Кришне. Не куда-то еще, обращается к Кришне. Вот это я и понял при тех божествах. Он говорит, что я могу ответить, помочь. Это так, Бог может. Но они не обращаются ко мне. Они хотят просто стать сильными сами. И сами хотят все делать. Без меня. Вот это я понял тогда в виде божества Мадан Махан, короли. Почему после прочтения джапы появляется гнев, раздражительность, хочется ругаться, выяснять отношения? О, раджас, хорошо. Прогресс. Уже хоть какая-то активность, слава Богу. Вот теперь нужно направить это на преданное служение. Это хорошо. Например, повар, если когда злой, очень хорошо готовит, Прабхупада говорит. Вот сразу нужно его на кухню отправлять, пусть он там мешает на огне. Очень вкусно будет. И я могу сказать, причина, в чем это неудовлетворение. Может быть, потому что вот это еще энергия страсти, когда пробуждается. В страсти, когда мы достигаем страсти, необычное состояние при повторении джапы, мы очень можем активно ее повторять в страсти, но при этом очень активно, настойчиво ждем результата. Также. И вот уже 16 кругов, ну ничего, никакого результата. Да что ж такое вообще? И есть некоторое раздражение в ответ, признак гуны страсти. Но с другой стороны, гуна страсти, но лучше, чем невежество. Это уже не сонное состояние. В всяком случае, вы уже понимаете в гуне страсти, что злиться-то нужно на себя, с собой что-то делать. То есть можете взяться за себя в гуне страсти, организовать как-то себя. Почитать книги, поинтересоваться глубже, уже хорошо. А в невежестве это невозможно практически. Не так, что повторяете в полусне 16 кругов, потом также в полусне идете поготовить просад, в полусне служите божествам. Так интереснее хотя бы. Уже ругаться можете, но как-то уже живой человек, нормально. Реагируйте как-то на что-то. Я шучу, ну, гуны такая. Как правильно воспевать, нет, выстраивать отношения с духовным учителем и служить ему в сердце. Если я очень редко бываю в обществе преданных. Редко возможности непосредственного служения. Не обязательно непосредственно служить. Слушаем лекции, участвуем в миссии, мы так воспитывали себя. Да и не всякий преданный опытен и приспособлен служить непосредственно духовному учителю. Например, я профан в этом. Если начинаю служить непосредственно духовному учителю, я просто глупый. А в миссии я участвую, видите. Я сделал непосредственно служение немного. Однажды шнурки завязал, для меня это было испытание большое. Я на себе-то шнурки не умею завязывать толком. Тут такая ответственность, понимаете. Гуру Махарадж в кроссовках, и я один, и он говорит, ну помоги. Я догадался, что нужно... Я стал шнуровать ему шнурки, завязывать. И там же нужно все сделать хорошо, понимаете? Как ему нравится, не как у меня получается. Ну, как-то я сделал, посмотрел в глаза, вроде нормально все. Еще за столом несколько раз пытался ему служить, но когда посмотрел на него, подумал, что лучше мне этого не делать. Это делают другие выше преданные. Так я на свое место нашел.
Поэтому не обязательно служить непосредственно, если тысяча учеников, а каждый хочет служить непосредственно, очередь выстроится. Как это будет, я не знаю. Когда общаюсь с преданными, тогда все хорошо. Но когда общаюсь с кармическими людьми, особенно на работе, возникает негатив. Понимаю, что на все время, на все воля Кришна, но не могу побороть свои плохие качества, и они увеличиваются. Подскажите, что делать, как? Будто невежество захватывает. Да, захватывает гуны, потому что вы не сопротивляетесь этим гунам внутренне. Вы внешне раздражаетесь только. Вы внешне реагируете, как дискомфорт ощущаете, так? Но внутренне вы не сопротивляетесь. Но, может быть, еще нет опыта такого, может быть, по этой причине. Потому что если вы внутренне не принимаете это, вы будете очень хорошо проповедовать людям. Но вы внешние усилия только сейчас используете, а внутренние вы поддаетесь. То есть это выглядит так, что вот вы слышите и слышите, воскреняетесь, и в конце концов вы внутренне начинаете отвергать и говорить об этом. Вот как это происходит. Начинаете что-то говорить. Хорошее, полезное, влиять на людей каким-то образом. Не ругаться с ними, а как-то влиять на них хорошо. Вот это означает, что вы уже очищаетесь внутри. Лотос не смачивается водой, но и отталкивает. Брахман, если видит что-то, какое-то невежество, он проповедует. Он как-то влияет духовно. Вот этому нам нужно учиться. Внутри вот оскверняться. С опытом мы должны научиться этому. Читайте книги Прабхупады. Вспоминайте книги Прабхупады. Внимательно слушайте джапу, в уме иногда повторите джапу, когда нужно. То есть прибегайте к каким-то своим способам. Ищите тот способ, чтобы сохранять свою чистоту, находясь в этом материальном мире. Это важно. И Кришна в свое время даст все необходимые условия. Сам. Кришна сам освобождает Господь Читания в свое время. Не так, что из-за раздражения бросаю то, из-за раздражения не хочу делать это, потому что все материально из-за раздражения. Это не тот путь. Скорее, мне нужно терпеть и совершать внутренние усилия, молиться Кришне. В уме или на языке или, но мы должны как-то реагировать и влиять положительно на это общество. И тогда мы обретаем определенную силу. И Кришна дает возможность больше и больше и больше. И придет время, так говорит Прабхупада, придет время, когда вы не будете обязаны делать ничего материального. Ничего вообще. Только говорите о Кришне пути. Придет такое время на этом пути, что вы будете просто говорить о Кришне, и ничего другого делать вам не нужно будет. Потому что на самом деле вы предадитесь Кришне, будете думать о Кришне постоянно. Но это формируется. Эта чистота формируется нашим неприятием невежества, нашей реакцией на это, положительной реакцией. В нашем сострадании к людям постепенно формируются хорошие качества. Вот в этих даже плохих обстоятельствах можем вырасти. Если вы общаетесь регулярно с преданными, если у вас хорошая регулярная джапа, не беспокойтесь. Вас не сильно не осквернит эта ситуация материально. Хотя трудности могут длиться, скажем, в течение 10 лет, даже больше, подобного рода. Часть нашей жизни будем испытывать такие подобные трудности. А с преданными, когда мы видим какие-то качества, как к этим качествам относиться? Если у преданных какие-то не очень хорошие качества, как к преданным относиться? Избегайте близкого общения с плохими качествами преданных, да. Конечно, ты кари. Близко не общайтесь. Не то, что совсем не общаетесь или игнорируете. Нет, игнорировать нужно оскорбителей. Уже злобных, завистливых людей. А если у преданных просто есть свои недостатки, но близко не общаемся. Разговариваем, сотрудничаем, но близкие отношения еще не строим. Так рекомендую. А постепенно вы увидите, что постепенно будет пробуждаться качество святости со временем. У всех этих преданных, которым сейчас вот эти недостатки,
постепенно пробуждаются удивительные качества. Сначала иногда, потом больше, 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 в конце концов не умиротворяются. Пройдя через большое испытание, не умиротворяются при этом. И их покидает зависть. Это очень хороший уровень. И тогда можно общаться уже близко. Очень близко общаться можно. Можно не бояться такого общения. То есть мы должны как бы вырасти для близкого общения. Так с ребенком, допустим, у вас нет близких духовных отношений. Вы можете только держать на руках, кормить ну и так далее. Но когда он вырастает, в интеллект формируется, постепенно он становится как бы вашим другом уже. Близкие отношения духовные могут быть на уровне разума. Также здесь, если мы еще маленькие дети, при близком общении дети что делают? Они дерутся, отнимают друг друга игрушки. Не так себя ведут, не эгоистичны. Поэтому их регулируют взрослые люди. А потом они растут, впитывают культуру, все, друзья, нормально. Так что мы тоже вот растем. Это не причина как-то отвергать кого-то или ненавидеть. Но запаситесь терпением и регулируйте эти отношения. Насколько близко общаться, насколько нейтрально общаться, регулируйте, чтобы был мир в обществе. Но мы дождемся этого момента, когда мы можем очень близко общаться духовно. На самом деле раскрывать будем сердце, и будем поняты и понимать друг друга. Когда Кришна будет больше в нашем сердце, в нашем разуме, тогда мы увидим, что мы очень близкие люди. Так ничего страшного, если вы немножко будете вот избегать таких контактов культурно. Это факт, что у преданных есть также плохие стороны материальные. Опытный преданный тоже имеет недостатки, но он имеет опыт, как не показывать их. Он знает, как вести себя, как контролировать это. Да, все время стекло. Спасибо большое.